А всем привет, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале Муравьиные Муравьи. И в этом интереснейшем видео я вам расскажу как можно больше полезной информации о роде муравьев Лазиус. Поехали! Средний размер рабочей особи вида Лазиус 2-5 мм. Матки крупнее рабочих 6-10 мм. Солдаты у семейства Лазиусов почти не встречаются. Имеется лишь пару видов Лазиус, у которых есть каста солдат, такие как псевдолазиус, сибделус. Но даже у них солдаты довольно мелкие. Особи достигают размера 4-5 мм. Род Лазиус охватывает Северную Евразию и часть Северной Америки. Эти муравьи довольно характерны для лесов и степей умеренного пояса. Лазиусы – это самые известные и всюду встречающиеся в средней полосе, даже в городах, муравьи. Такие как черный садовый муравей – Лазиус нигер. Этих черных муравьев встречали все, но если не все, то многие. Этот вид идеально подходит для начинающему мирмикиперу, так как легок в содержании, неприхотлив в кормлении, а также матку этого вида очень легко поймать во время массового лета муравьев. Всего род Лазиус объединяет около 130 видов муравьев. Род Лазиус включает несколько десятков видов социальных паразитов, таких как Лазиус умбратус и Лазиус фулигинозус. Кстати, Лазиус фулигинозус, или же пахучего муравья-древоточца, вы можете видеть прямо сейчас на видео. Эти два вида наиболее распространенные и известные среди соцпаразитических лазиусов. Матки этих соцпаразитических видов, убив предварительно матку другой колонии, могут поселяться в гнезде, например, с черных садовых муравьев Лазиус нигер. Для содержания и старта такой колонии матки соцпаразита требуются подкидные рабочие и коконы других лазиусов. Муравьи рода Лазиус единственные, кроме американских листорезов и грибководов, Акромирмикс, Атта и других, используют грибы. Но в отличие от листорезов, которые употребляют грибы в пищу, лазиусы используют их в строительных целях. Например, Лазиус фулигинозус, пахучий муравей-древоточец, который вы видите сейчас на видео, использует грибную культуру для образования композитных стенок их картонных муравейников. Большинство представителей рода Лазиус достаточно массовы в природе и особенно охраны не требуют. Однако несколько видов встречаются редко и включены в охранные списки. Например, вид Лазиус регинае включен в красный список угрожаемых видов, а это значит, что ловить таких маток и, так сказать, присваивать себе запрещено. Ну а на этом этапе видео подходит к концу, и обязательно напишите в комментарии, о каком роде муравьев мне еще снять подобное видео подобного плана, так как мне такая тематика реально зашла, мне реально в кайф такое записывать, и я понимаю, что такая информация довольно полезна и интересна для вас. Так что обязательно напишите в комментарии, о ком вы хотите еще видео, о формиках, о мессорах или же о каких-то панеринах, я постараюсь что-нибудь найти в ближайшее время, ну или же не в ближайшее, когда-нибудь я запишу. Так что, если вам понравилось это видео, обязательно пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали. Спасибо, что смотрели, всем удачи, всем пока!